меня есть свой дискорд-сервер, где на нем мы будем общаться, играть. Также обновления выходят очень часто, поэтому заходи к нам. Ссылочка на мой дискорд-сервер, конечно же, в описании. Надеюсь, он вам понравится. Нахакли себе на Леона за... Я сказал, что тебя люблю, я люблю лишь семью и большой нам. У меня есть пули, они для тебя. Покуда Дикобраз под свое видео добавляет странные теги, покуда господин Алхимик жестко срется в Дискорде, покуда на стримах Hello World осуждают слово Undertale и Матвей, а также покуда The Space залетела в Woman. А мы приступим к что... О, где я? И, кажется, я в мире Майнкрафта, похоже на то! Где я? Теперь ты лично сам не будешь озвучивать и монтировать ролики. Но... Но у меня же есть семья. Что ты сказал про семью? Алхимик Торетто? Нет, еще важнее семьи. Поэтому беги. Я тебе не нашел замены, Дикобраз. Поэтому иди дальше в подвал. И я врезаю фэнгашки. Так. Перейдем к нашему любимому видео. Точнее, к новостям. Значит, заглянул в описание под нашим коллабом Дикобраза. И что я там заметил? Да, я там заметил очень интеллигентные штуки. Нет, это... Не плохие тетяночки ваши, анимешки, а это самые стандартные теги. Но теги очень, опять же, интеллигентные, где написано об странах, городах, там еще какая-то дичь. И Магнусе с господином Алхимика. Магнуса там обсирают, а господина Алхимика... Так вообще, Поэтому, если вам скучно и у вас депресс, то теги под видосом Дикобраза быстро вам поднимут настроение. Ну или вы словите кринги момент. А также, давайте все сделаем минутку траура, ведь Аурпач, походу, что навсегда ушел из СК-комьюнити. Ведь роликов по Солнайту у него не было уже целый один месяц. По мне это достаточно много, то есть, ну, реально, уже достаточно долго его не видел на Ютубе. Точнее, нет, на Ютубе он снимает, но по Солнайту он ничего не снимает, лишь последний раз стримил с Hello World. Ну и также у нас тут стримы резко начал делать Hello World на своих стримах, и The Space, оказывается, залетело. Ну, боже, какой-то кринги. Я понимаю, что это какой-то прикол-мем какой-то локальный, но... Все-таки, блин, ну это не смешно на самом деле. Не знаю, я бы с этого не смеялся. Также на этих стримах, кстати, могу тебя забанить за слово Undertale и Матвей. Блин, я не понимаю. Это какие-то противоконзаконные слова или что-то. Я не знаю. Ну, по сути, Undertale токсичная комьюнити, окей. Ну почему Undertale запретное слово? Игра ж вроде нормальная. Ну или Матвей. Да, Матвей, возможно, связан с Адалентом, но я не знаю, на самом деле. А что такого, чтобы. Нельзя было говорить имя Матвей. Странно. Короче, бедный Матвей, сочувствую вам. Вот прям, если честно. Но опять же, тебя могли, конечно, забанить за это. Это что-то странно. Также в конце стрима был смачки доната одного пупсика. А именно это был господин Алхимик. Вот этот вот смачник. А на этом наши смачные недоновости подошли к концу. Надеюсь, вам они понравились, и вы уже хотите продолжения, ведь это серийное видео, и последний ролик по недоновостям выходил почти 3 месяца назад. Это очень, как по мне, долго, поэтому давайте задизлайкаем это видео, потому что, ну, слишком долго я не выпускаю такие видео. Короче, говно, писи, попа, все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!